Женской сборной России по футболу? Стыдно признаться, но нет. Второй вопрос исходил из этого. Знаете ли вы, когда следующий чемпионат мира по футболу у женской сборной? Женской сборной. Так, совещание давайте. Через 2 года. Да, 2020. 2019. Первый вопрос. Следите ли вы за женской сборной по футболу? На женской сборной. Значит, вы не знаете, когда у них следующий чемпионат мира? Тогда дополнительный вопрос, просто интересный. А почему вам не интересен женский футбол? Потому что мужской всегда интереснее. Почему? Потому что мы девочки, смотрим за мужчинами. Хорошо, спасибо большое. Когда следующий чемпионат мира по женскому футболу? Вот ребенок хочет женский футбол, а мы не следим. Может быть, она будет следить. Хорошо. Спасибо. Сборная по футболу? Честно, нет. Соответственно, вы тогда не знаете, когда следующий чемпионат мира по женскому футболу? Честно, я и футболом особо не интересуюсь. Я больше хоккей, я больше баскетбол. Следите за женским хоккеем? Тоже нет. Нет, знаете, как-то я... Нет. Думаю, можно это исправить. Хорошо, спасибо. Спасибо, да, нет? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Хорошо, тогда второй вопрос вытекающий. Значит, вы не знаете, когда следующий чемпионат мира по женскому футболу? Вообще нет, вообще по мужскому. А почему вы не следите за женским футболом? Вообще за футболом как бы так себе следим. А тут вы чистите за родину, за патриотизм, как-то что, вот за Россию болеть. Да, да, ну все-таки. Ну как-то привыкли, что вот мужской футбол, и что мы... Если боюсь мужской футбол, вот это мужской футбол, женский футбол, футбол. Ну, не из женский, это вид спорта для нас, по крайней мере. Нет, он как бы для всех, да? Ну, просто для нас только, может, популярен, как бы, как мужской. Ну, да, наверное. Спасибо большое. Да, нет. Женским футболом? Нет. Значит, вы не знаете, когда следующий чемпионат мира по футболу женскому?